Сегодня вооруженные силы Донецкой Народной Республики начали плановые боевые учения. Батальонные, тактические, с боевой стрельбой. Целью учений является совершенствование подготовки сил ополчения. На протяжении 3 дней подразделения Донецкой Народной Республики будут отрабатывать тактические нормативы по обходу и охвату сил противника и наступлению на него. Учения плановые и не противоречат договоренностям, достигнутым в Минске 12 февраля 2015 года. Об этом заявил на полигоне заместитель командующего корпуса Минобороны ДНР Эдуард Басурин. В оборонном ведомстве подчеркнули, что один из наиболее важных нормативов – это отработка эвакуации раненых и вывод подбитой техники в реальных боевых условиях. В ходе этих учений ополченцы задействовали 6 БМП, 4 многоцелевых легких бронированных тягача и минометы.